Полицейская погоня в духе захватывающего голливудского боевика произошла в Приморском крае. Несколько экипажей ДПС преследовали автобус, который угнал житель небольшого городка Артем. Лихач все время давил на педаль газа, маневрировал в потоке машин, врезался в грузовик, но, как ни в чем не бывало, мчался дальше. В какой-то момент автобус удалось заблокировать, однако задержать вошедшего в раж водителя с первого раза не удалось. Автобус неожиданно сорвался с места, а сотрудники ГИБДД продолжили преследование. Будем стрелять на поражение! Останавливайся, тебе сказали! Полицейские несколько раз предупредили водителя о том, что откроют огонь, однако происходящее, видимо, только забавляло угонщика. Сотрудники начали стрелять по колесам. Лишь поврежденные шины вынудили водителя съехать в кювет. На него тут же надели наручники и доставили в отдел полиции. Выяснилась и причина дорожных подвигов – сильное опьянение. Непонятно, как экстремал вообще в таком состоянии мог управлять автобусом, при том, что у него никогда не было водительских прав. Мужчина пояснил, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск. В отношении правонарушителя составлены административные материалы по 4 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, угонщику, скорее всего, придется возместить ущерб транспортной компании, которой принадлежит разбитый им автобус.